Яркие кадры со спасенным котенком дальневосточного леопарда Лео-260М получены в Центре реабилитации в Приморье. Подрастающий краснокнижный хищник, обнаруженный в дикой природе без матери, продемонстрировал отменное здоровье и добродушное пятничное настроение, играя перед камерой словно домашний кот. Леопарда планируют выпустить в Уссурийском заповеднике для выполнения важнейшей миссии по восстановлению популяции пятнистых хищников в исторических местах обитания. До тех пор котенок, не покладая лап, будет оттачивать свои охотничьи навыки на приобретенных для него кроликах и оленях.